Однако, здравствуйте. Сегодня мы с нашим напарником Хинком представим вам один из самых популярнейших серверов во вселенной Майнкрафт. Майнстейдж. Играем мы на этом сервере с версии 1.7.3. Сейчас мы вам сделаем кратенький обзорчик. Итак. Это магазин. Блять. Здесь можно купить базовые комплекты новичка. Все что угодно. Лопата, нить, камень, меч. Все что захотите, все что в душе угодно. Всего лишь за 1 бакс. Так. Руды, конечно, очень дорого стоят. Сейчас мы покажем вам систему телепортов. И, по-моему, это гениальная вещь. Это спаун. От спауна вы попадаете сюда. За спауном находятся телепорты. Сейчас мой коллега Хинг пройдет и покажет вам, как они работают. Вот так, просто при повороте мышки. Отлично. На сервере идеально развита вот эта система, можно попасть практически в любую часть сервера. Это одна из популярнейших локаций. Дерево для новичков. Моя любимая. Вся информация написана прямо здесь. Дерево добывается. О, у них бы инструменты были. И здесь ничего не советую строить, ибо здесь каждые 6 часов очищается он. Дальше. Все дороги ведут в спауны. О, свинка, ништяк. Да сними-ка ее. Исчезло. Так, это сплив. Работает он каждый день 8 часов по московскому времени. Вместо коренной породы здесь админ ставит траву, и все очень благополучно мочатся. За каждую победу в сплифе вы получаете по 5 алмазов. Следующее. Маркет, торговый центр. Ну, принцип тот же, что и в магазине. Не советую. Нет, можно и зайти. Небольшие магазинчики. Каждый месяц 1 числа идет проверка. Есть ли тут кто? Если табличку не поставить вовремя, что вы здесь были, снимают магазин. Участок, разумеется, в этом торговом центре не бесплатно, он стоит 50 тысяч. Но сейчас они все заняты, так что приходится ждать следующего месяца. Идемте дальше. Оператор. Так. Далеко от всех. 3 уровня, в каждом из которых отдаляется от спауна. Отдаленная от спауна территория. Разумеется, весь город заплевачен. Вокруг города все понастроили. Мы сейчас на 3 уровне. Этот уровень практически не заселен, но каждый день появляются новые новички. Это одно из нубских строений. Прошу заметить, построено очень небрежно, с пренебрежением всех законов физики. Сейчас мы покажем вам наш дом. Строил его Хинг. Дом не очень большой, но зато очень элегантно. Так. Покажем небольшой портик.
так как мы не администраторы на этом сервере, но все равно хочется к чему-то прекрасному. Мы все построили небольшой для себя портик. Ну и небольшой магазин. Заходите в гости, покупайте наши товары. Всем пока.